Капуки-кануки. Привет! Мы с тобой сегодня воспитатели в детском садике. К нам уже пришел Зума и Рокки. Гонщик, давай быстрее, опоздаешь в садик. Папа, я бегу! Доброе утро! Вот и гонщик к нам пришел. Давай посчитаем детей. 1, 2, 3. А долго еще ждать? На улице так жарко. Мы ждем еще Скай и Крепыша. А хотите пока искупаться? Ваф, здорово! Ваф, ваф! Ух ты! Ваф, ваф! Ванна! Ваф, ваф, ваф! Ой, а воды-то нету! Сейчас все исправим. Вон кран. Здорово! Ваф! Я ныряю! Здорово! Привет! Мы не опоздали? Нет! Давай вытащим щенков из ванны, вытрем их. И тогда начнем развивающее занятие. Ваф, здорово искупались. Ваф, ваф, ваф. Ой, я уже ваф, сухой. Ваф. Дети, заходите в садик. Ваф, я первый. Второй. Третий. Ваф. Четвертый. Ваф. А я пятая. Мы можем начинать наш урок. Английский язык. Запоминайте, как называются животные по-английски. Monkey. Обезьянка. Monkey. Жираф. 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 Lion. Лев. Lion. Frog. Лягушонок. Frog. А мне нравится гиппопотам. Hippo. Hippo. Сможете сами повторить название животных? Да! Monkey. Giraffe. Woof. Lion. Woof. Frog. Hippo. Молодцы! А чтобы животные попали обратно в свой домик, вы должны угадать, кто из них как говорит. Согласны? Да! Слушайте внимательно. Так говорит. Я знаю, это лягушка. Фрог. Правильно, Зума. Положим ее на место. А кто так рычит?
Лав, лав, это моя картинка. Лайон рычит, лев. Лав. Правильно, крепыш. Рычит лайон, лев. Давайте отгадаем еще одно животное. Слушайте. Кто это может быть? Это манки. Она как будто смеется. Правильно, манки. Бегемотика hippo и жирафа giraffe. Мы тоже положим на место. Наш урок закончен. Вы можете отправляться на прогулку. Скай полетит на вертолете. Гонщик поедет на полицейской машине. Крепыш на экскаваторе. Зума поплывет на лодке. А Рокки поедет на мусоровозе. Подождите меня. Лав, я еду плавать в озере. Лав, лав, лав. Давай я тебя лав подтолкну, лав, лав, а сам пойду кататься с горки. Лав, поднимаюсь, лав, ой, еду, ой, здорово. Крепыш, лав, давай, кто дальше уедет? Поехали! Хе-хе, я первый! Хе-хе, все равно весело, лав! Пока дети гуляют, мы будем готовить обед. Сегодня на обед рисовый суп. Рис нужно залить водой. А теперь добавим овощи. Картошка. Морковь. Оторвем хвостик. И тоже порежем. И лук. Добавим даже зеленые перышки. Все это перемешаем, посолим и поставим на плиту.
Дети, обед почти готов. Пора возвращаться в садик. Воф-воф! Обед готов! Поехали! Воф! Я так проголодалась! Воф-воф! Мы здесь! Мы здесь! Воф! Что у нас? Воф! На обед! Чем это так вкусно пахнет? Пахнет рисовым супом! Ой, как вкусно! Ой, да! Воф-воф-воф! Ой, как я, оказывается, проголодался! Воф-воф! Приятного аппетита! А мы пойдем стелить. Деток 5, значит, нужно подготовить 5 кроваток. Значит, пора спать. Я тоже хочу на второй этаж. А мы сегодня внизу. Сладких вам снов. А ты? Уложил спать свои игрушки и приготовил им вкусный обед. Напиши мне об этом в комментариях. До новых встреч на канале Капуки-Кануки. Пока!